Смотрите, дорогие, Диана Газарян. Угадайте, что здесь и кто она? Диана Газарян, оказывается, у нас живет в Пятигорске. И я случайно его встретила в самолете. Мы просто познакомились. И она сказала, что я дизайнер, но я шью за границу, в Европе. Я говорю, ну, Женя, у нас такие люди есть, а я не знаю. Потом получилось так, что она узнала, что у нас скоро свадьба сына. Она мне пишет: тетя Руся, хочу делать вам подарок. Я говорю, какой? Она говорит, хочу тебе сделать платье шикарное, которое... Ну, как бы, ты никогда такой не оделась. Сказала, тетя Руся, я знаю, что ты очень красиво всегда одеваешь. Мне это нравится, ваш вкус. Но если вы хотите, я для вас шью по моему дизайну платье на свадьбу, чтобы было нечто необычное. Я говорю, ну, конечно, хочу. И вот пришел такой день, она мне позвонила, померили, я все покажу потихонечку, и сегодня она мне отправила платье. Представляете, килограмма нету. Посмотрим, что это такое. Красную розу тебе я сорву, и подарю я ее красоту. Прикосновение, сердце биение. Шипы, все так случится, это не снится. Диа де Роз, это наша Диана, которая шила для меня вот такое дизайнский, необыкновенный платье, который не каждый себе, конечно, может позволять купить. Но я раньше тоже, если я знала, я бы не могла купить, да? Но я советую всем девочкам и женщинам, надо иметь такой фирменный, хоть одно платье в шифонере. Ну вот я имею сейчас, я очень горжусь, что я живу в Пятигорске, и у нас в Пятигорске есть такая дизайнер талантливый. Посмотрите, как она красива. Я когда одела, я еще удивила, на 3 дня они меня шили. Вы понимаете, какая это работа? Вот каждый вот этот лепесток надо шить. Вот смотрите. И каждый этот лепесток – это мои года, которые прошла мою всю жизнь. А кто знает, что там спрятано? Какой жизнь здесь прошла, только знает хозяйка. Так что хочу тебе сказать, Диана, не только, что ты... Платье шил для себя, и как мою жизнь, вот так, годами. Хочу сказать огромное спасибо, и я от души хочу весь мир, чтобы знали наши Дианочки. Огромное тебе спасибо, Диана. Девочки, вы знаете, пока это платье одевала, я все рассказывала про наши Диане, а у меня в мысли сразу пришел песня наша «Царство его небесное», певец армянский народный артист Флора Мартиросяна. А эта песня звучит только для меня. На-на-на-на, хошуры дымкис, амэн цалкнир дардноны, церю тянмэч, вочмэк, вочми чарчуны. Хошур демкис, амэн цалкнир дардноны, церю тянмэч, вочмэк, вочми чарчуны. Вот эта песня очень подходит под мои платья. Каждый церю тянмэч, хошур демкис, каждый морщинка имеет свою... прошла вот эта трудность жизни. Ну, а старости, когда идет уже старости, никто уже не поможет, даже на это лекарство нет, чтобы остановить старости, да? А если неправильно объясняю, сейчас армяне наши там все заполняют, мои подписчики. Так что очень грустная песня. Ну, кто это понимает, то понимает.